А стоит нормально. Вот учится в втором классе. Покажите его настроение. Клуба, клуба. Жахшиде. Балдар нам, да? Настроение отличное, готовы к школе. Все здорово, ждали 1 сентября. Настроение жахсы, да? Да? Да. Нормально жахсы, бар жахсы. Баймс, фамсы. Комульки жахсы, бар тамаша. Отлично, у меня последний год в школе. Да. Но обычно же бывает 1 сентября неохота в школу. Нет, конечно. В 7-й школе Шымкента к первому звонку все готово. Школьники готовятся к выносу флага. Учитель МВП требует слаженного шага, чтобы все было четко. 1 сентября – важный день не только для учеников, но и для учителей. Волнуются все. Смотрите, вот вы сейчас им ходили, что-то говорили. Что... Это наш один. Вот. Я просила ребят быть внимательными, собраться. Волнуетесь? Да, чуть-чуть волнуюсь. Волнуюсь и я. Все лето не видела детей. Соскучилась. Начало торжественной линейки. Почетный гость, главный педагог Шымкента и первый заместитель городского акима. 7-я школа в этом году примет 5 первых классов, а общее количество учеников около 2000. Среди выпускников этой школы много отличников и тех, кто добился больших успехов. Я желаю вам светлого пути. Слушайте своих родителей и педагогов. Учитесь хорошо. Больше познавайте и будьте здоровы. Самый ответственный момент. Первый звонок. Дан старт новому учебному году. После торжественной линейки первоклассники отправятся в новую жизнь знаний. И кто знает, может, имена этих детей в будущем войдут в почетный список тех, кто будет прославлять Казахстан. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.